С каждым днем жизнь современного человека становится все разнообразнее, интереснее, насыщеннее. Быстро меняющийся мир полон новых вызовов. И чтобы лучше ориентироваться в окружающем мире, легче понимать происходящее, быть успешным сейчас, недостаточно только знаний. Необходимо освоить ключевые навыки и компетенции 21 века. Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» реализует программы развития образования, которые помогут в этой задаче и взрослым, и детям. Умение понимать свои эмоции и управлять ими, строить отношения с другими людьми не менее важны, чем показатели IQ. Программа фонда содействует развитию социального и эмоционального интеллекта у детей в целях повышения их конкурентоспособности и успешности в современном мире. С каждым днем нам приходится обрабатывать все большие потоки информации, искать решения сложных задач, уметь договариваться и объединять усилия для достижения результата. Программа 4К нацелена на внедрение технологий формирования и оценки компетенций 4К. В комплексе они помогут найти правильное решение в любых нестандартных ситуациях. Что такое облигации федерального займа? Как распознать мошенническую схему? В каких случаях необходимо страхование? На эти вопросы не могут ответить даже многие взрослые. Поэтому важно, чтобы эти знания дети получали еще в школе. Программа фонда «Финансовая грамотность» направлена на создание образовательного контента на актуальном для современных детей языке. Сегодня, чтобы добиться успеха и отвечать вызовам времени, необходимо постоянно быть начеку, самостоятельно понимать, каких именно знаний и умений не хватает, и осваивать новые. Программа фонда «Учить учиться» направлена на формирование у детей готовности и желания учиться на протяжении всей жизни, системного понимания того, как управлять своим образовательным процессом, какие технологии и практики могут помочь учиться быстрее и эффективнее. Философия благотворительного фонда «Вклад в будущее» – дарить возможность. Фонд работает над тем, чтобы у всех детей были равные возможности для самореализации, вне зависимости от особенностей развития и здоровья. Цель фонда – помочь детям, родителям, педагогам, а также людям, интересующимся развитием и образованием, освоить навыки и компетенции 21 века. Больше о деятельности фонда и новых образовательных программах узнавайте на сайте vbudushche.ru. Сделаем вместе вклад в наше общее будущее.